Какой-то фестиваль, блядь, смешных никнеймов начался. Фестиваль, Ну, да, он когда, уже. когда мы вчера или когда ходили? Да, по-моему, вчера. Мамин понос, блядь, с нами ходил 3 рейда подряд, какой-то паренек. Да, друид инвалид. Здорово всем. Здорово. Привет. Здорово. Привет. А, чё, МК опять на троих делим, да? Да, давай. Я на тебя, ты на World of Flex, он на меня. Да. Короче, посидел, подумал. Короче, замутил вклады. Вклад раз в неделю на 500 ЕП. Всего чего? Всего лишь 1000 голды. 500 ЕП? Да. Да вправо, давай, 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 блядь. А рыбой можно? Нахуя вообще вот это продавать ЕП, да зачем? Ну, там немножко. Ну, один хуй это может. Ну, это всего один раз же можно. А, один раз, да, только. Ну и что? Куда закидывать, скажи, наверное. Да, потому что... Ну, я вот смотрю, у нас, допустим, в вечерней гильдии даже две обычки ходят 25-ки. И когда приходят в Геру, там получается вот этих всех фласок, БКшных, там вот этой всей хуйни. Ну, ходит что-то 1300, по-моему, за рейд. Короче, очень много уходит. 300 тысяч голды? Да. Ну, на одно РТ уходит около 5, около 3000. Короче, много уходит. Ну, а так, если сложить, ну, допустим, даже если, ну, 15 человек будут закидывать по косарю, то уже 15 тысяч, уже помощь какая-то будет. Потому что не всегда боешки нормальные. Бывают дешевые, там, по 2 косаря боешки. Вот те же винтовки, например, 2 штуки выпало. Куда скидывать? На киви, на кошелек? На... Я написал там Диси на почту на моего вот этого ДКшника. Вот я... Номер карты скинул уже. Я как закину, как захожу в игру, открываю почту и по нику уже начисляю ИП. Ну, там позже, может, списочек организую в Диси, кто закинул, чтобы не забыть, кто закидывал, кто нет. Не надо, не надо. Так, а во время рейда можно закидывать? Ну, а можно закидывать, и... только как бы сейчас как бы несподручно это все делать. Ну, ладно, начислять я, ими. Я почту поставил. Ладно, ладно, как мне ЕП не будет хватать, я закину обязательно, чтобы кого-нибудь шмотку забрать. В принципе, если горит, я могу начислить и сейчас, типа, ну, в обмен передать там. Если вы думаете, что вам там... апнет ПР на какую-то шмотку там, ну, чтобы забрать шмотку, то я не против. Но главное, чтобы это не массово было, потому что вместо рейда мы будем тогда начислением за 1000 голды заниматься. Главное, чтобы с гильдии не поливали после этого. После чего? После чего? Нет, это же ты не за голду ЕП покупаешь, у тебя просто есть, ну, раз в неделю дал голды банку, получил ЕП, у всех есть выбор. 1000 голды, он ты, блядь, Белгород пошел, сделал 1000 голды. Это расценивается как подготовка к рейдам героическим, потому что я, ну, закупаю потихоньку там сапроты эти, как они там называются, вот рыбу скрафтил 200 штук, потом еще подкуплю рыбы скрафчу. Не знаю насчет рыбы. Ну, если есть рыба где-то там, можно. Нет, имеется в виду уже готовая рыба, или рыбный пират. Слушай, я хуй знает, там же надо стоимость эту всю пересчитывать. Просто. Штука 120 голды. Да не понимаю. Ну даже просто 10 штук, это та же самая, просто сделать и все. Ну, я больше тебе буду скидывать. Ты это, я по стаку так буду примерно. Так, сейчас я тоже скину. Прибавка, да?
папа при деньгах. Где там синтек? Давайте сейчас отрейдим. Вот я почту поставил. Скиньте просто ему на почту. И под конец рейда ему эта почта дойдет. И ну, он уже сам там пишет. Давайте сейчас просто рейдить. Как сейчас подождите. Да, я согласен. Че вы? Давайте стопайте эти обмены. И напомните еще раз. Сейчас кидал Vincent, Ravist и Enven, да? Угу. Че кидали? Голду. Enven. Что, кому-то голду дать? Vincent. Че, куда сборы голды, кому отдавать? Там не про голду, там про рубли. Сейчас перед разролом печеньки, уже сейчас печеньки пока полежат, я думаю, в сумке тогда, раз такое дело. И потом уже подкините, кто хочет забрать. Если по ИП будет, ну, получаться забрать, типа, если 500 ИП получите. Короче, как это обычно. Смысл перед РТ это делать? Это уж ЕП давать после РТ, чтобы со следующей недели капало. Чё? Не, ты не понял. Вот косарь. Нет? Что нет? Меня не догонят. Главное рассказывал в DC. Давайте не во время РТ, они все равно кидают обмен. Ну, сори, я отходил. Ну так получается, кто-то полутает 500 ЕП, а кто-то нет? Или как? Да. Я же говорю, перед разролом печенник. Да, перед разролом. Покидаете. Сейчас надо. Просто, сейчас типа, надо боссов этот... поубивать. Нельзя было просто в эту гильдию вложить 500 голды, там же написано, кто... Что а, помнит. Вот мне делать нечего, сидеть, отслеживать эту хуйню. Так я по журналу могу посмотреть, кому накидывал. И по почте, когда забираю, сразу накидывать. Удобно с почты забирать. Нет, короче, сейчас мы убиваем 3 босса. И печеньки у меня полежат в сумке. Если кто-то хочет там 500 ИП получить и думает, что печеньку заберет... за счет этого, то после 3 боссов закинете в обмен. Сейчас обычно я первый на боссе, Вилаша второй, Малефицис третий и Рарник на трэше. Заходим. Сейчас я рыбу поставлю. Так, вот рыба. Вообще эта идея хуевая. Да не, нормально. А чем она хуевая? Ну, вот для тебя конкретно она как-то нет, напрягает? Нет, для меня. Нет, я в общем говорю, для в общем. Ну, а в общем она кого будет напрягать? Мне кажется, косарь никого. Тех, кто редко ходит, ну, не во все рейды попадает и лутает ей поменьше, это, во-первых, тех, кто у кого голды у самого мало, короче. А снабжать рейд кто будет? Ну, вот. Я извиняюсь, а сколько у тебя уходит вот перед неделей рейдов закупиться, ну там, всю хуйню, масло, химию? Лично у меня 1003 выходит. А у меня есть все профы, которые мне помогают это делать на меня. Ну смотри, тут можно долго дискутировать, вот я пока бегу, круг делаю. Я вот так объясняю эту ситуацию. Люди все играют по-разному, ну вот, к примеру, кто-то фармит, а кто-то вообще не фармит. Вот, к примеру, взять меня, я вообще проф собирательных не имею. Из проф ничего не крафчу и ничего не продаю. Единственное, чем я зарабатываю, это боешки с рейдов и, ну, с квестов какие-то там, с островов, вот это голда, и все. Больше у меня заработка нету никакого. Вот люди-то по-разному играют. Кому-то... Не обязательно такую эту профу, которая фармит. Ты можешь просто реги покупать и делать там что-нибудь. Вот видишь. Ну, то есть все по-разному играют. Еще времени разное количество. И сама система ПГП, если кто-то вдруг не знал, она поощряет полное присутствие в рейде. Если ты один рейд пропустил, ты уже просел по ПРу. Давайте начнем, парни. Тебя 500 ЕП не поможет. Тебе ничто не поможет. Ни 500 ЕП, ни отсутствие, ни присутствие этих 500 ЕП. На кубы 5 плюсов. Ладно. Ты начнем. Это объясни тому человеку, кто это не поймет и обидится, и просто уйдет из гильдии. Вот и все. Ну, пускай.
Кто обидится, тот пускай уйдет. Ну, такие могут быть много людей. Я посмотрю, что это за люди будут. Смотрим. Вадикон, звездочка, два соска. Давай, Ванцент, тогда Ромик. У нас опять Песа пропал. Песа Синтек тоже пропал. Лярарник, ты на РЖД, блядь, работаешь? Каждый раз. Ребят, пожалуйста, не тыкайте эту штуку, очень прошу. Да, у меня есть крушитель сразу. А Песа, кстати, частенько вылетает. Он вот как плюсанул на РТ, пришел, выдаст и вылетел. Исчез. Непонятная ситуация. Это вчера так же было. Так, Ванцент. Еще два плюса. Давай, Викторка, треугольник тогда. И еще... Ну, меня слышно? Да, я пропустил, да, я поставил. Может, гильдии кто пойдет вместо Пэса? Есть такие? А нет таких, да? Кикну пока его. Там в гильдии никого нету. Этот World или Хемиса. Хемиса, что это за лоб? Новый какой-то? Это Киля, переделанный. А, Киля, значит, постоит на Луне. Все, кубы поставил. Возле своих кубов там находитесь, чтобы успеть нажать. Что там, никого нет добрать? 25 человек. Он какой-то халипал. Ну-ка спросим в ПМ. А, он АФК. Я понял. Ладно, тогда чек на пул. Да не, я думал просто 25-го человека взять. Все, запускайте дальнего крипну. А кто танки-то? У меня в танке рубит, ничего не стоит. Ты, ой, не запускайте тогда этот самый. Конечно, в танке, а ты что думал? Рарник, вон уже в танке. Рарник на трэше, это третий на боссе после Вилаши. Буребай, а ты в Дисе как Буребек, да? Все, готов, малифицист. Прием, прием. Да, вроде, да. Все, пуляйте по бокам трэш. Нихуя. Убила пацана. Меня же не слышно. Слышно. Блять. Сервиста там заберите, обо. Да вывешивайте это быстрее, сейчас мага еще резнуть успеем. Сильнее, сильнее вывешивайте. 10 секунд. Последнего мага добейте. 7 секунд. Блять, успеем, нет? Ай, походу нет. Рови стресса этого мага. Баф помог. Давайте, Геро.
Что на звездочке стоит? Вадикон. Вадикон, ты на звездочке? А, тут то ли слетело, то ли еще непонятно. Секунд рун. Так, демоны. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Подводи к демонам, фулл ЛВЕ по демонам и по боссу. Вместе их сведите. Примерно так. Я уесть. И диспельте проклятие. И каз сбивайте демоном. Вот, станьте их почаще. Сало давайте. Вот, Т4 заебись. Вспышка 10. Да, быстрее демона добиваем. И по кубам расходитесь. Кубы. Бесы. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Пока в центре стоим. Так. Ты раньше с меня забрал, да? Мне дебафа просто нету. Мальфицист с меня сейчас готовься забирать. Мы поменялись местами с Вилашей. А Вилаша после мулифициста забираешь. Все, когда Вилаша заберешь, подводи к бесам. Так. Вилаша забирай, подводи к бесам. Фулл АОЕ по бесам. Рарника захильте. Еще ближе подведи, ну прям чтобы один в один. Забрал, там на рарнике босс был. Так, дает Т4 на всякий случай. Станы готовьте. Вон они кастуют, сейчас докастуют взрыв. Все, фулл ДПС по боссу переводим. Кубы, кубы, кубы сейчас. По кубам встаньте, если вдруг каст будет. Будет, нажмем, будет нажмем и переводим. Фулл по боссу. Нормально. Все, нажимаем кубы. И переводим босса. Все, отпускайте. 1% переводите. А, Вилаша сдох. Фулл баф по Вилаше, к звездочке отходим. Эновен дай массакру. Так, с мулифициста я забираю. Один демон там вышел, давайте его зальем. Стан по нему, а фулл АОЕ. Фулл АОЕ по демону. И сало ему сейчас закину. Дал сало ему. Так, сменяю Вилаша. С Вилашем мифицист. Ну и рарник там где-нибудь подключишься. Можно Эндер не любишь щиты? Аки составь тотем, не люблю щиты гимноману. Вадикон, Эндер по не люблю щиты, Равист, Эндер... Малефициста заберу. Побись, Рунай. Малефициста заберу, короче, слышишь? Ага. Я тогда с тебя заберу.
Да, ПС странный тип, это прям каждый раз так повторяется, не знаю, что это такое. Может, это какой-то шпион с другой гильдии. Просто заходит, рисует на РТ и уходит. Теория заговора. Странный какой-то шпион. Это вообще. Хьюстон, Хьюстон, они собрались. Выходим мы. Ебать. Автоатаку дал, походу. 50 на 50 успел. Угу. Сейчас у меня ключ откатится 3 секунды. Секунда 2, 1. Откатился ключ, заебись. Блядь, чихнул, сука. Что-то какие-то вирусы осенние, блядь, начинаются. Ну, опять посох. Витриня. Хороший трин на монаре. Ладно, пока закину все себе, потом эту хуйню все разролим. Сумка на кого бог пошлет? Давай, на Лока. Нет, не получается. На топу. О, топа ГЦ. Она мне не нужна, ну ладно, кину. Ты мешок лучше кидай, на кого пошлет. Да, вот лучше мешок на меня послал бы, но и все. Сука. Охуенная идея. Можно разыграть по роллу мешок. Давай, казино устроим. Полетели, короче, на это, как он называется. Могу мешок. По роллу. Интересно делать. Макс, ты там просил напомнить, что-то забрать тебе надо. Что ему там забрать надо? Я не помню. Синтек, который? Или кто? Бисеру что-то надо было взять. Там, вроде квест или еще что-то. Бисер, тебе квест надо взять. Где-то там в этих... Как он называется-то, блядь? Перевал мертвого ветра, блядь. Да ладно, еще сделаешь. Так, печать, перчатки, пояс, ой, блядь. Один сердоль выпал с сумки. Надо кому-то. Давай. Разыгрываем сердолик. Сейчас. Рольте сердоль. Может, продай на ука, ставь на реги, на всю хуйню. Они подешевели всего по 2-300 стол. Там, может, кому-то нужнее скрафтить себе камень. Чё там, то получается? Акиса 98, да? Нет, а, нет. Турнале 100. Сотка. Это чё за вар вообще? Это с нашей гильдии, который с Нерайдерс был. Новый какой-то, смотри, совсем мало. Поздно подпищусь просто. Так, ну я подлетел уже к грулю.
Еще больше варов. Богу варов. Сейчас показываю 30. Да, ну вот сейчас 30 показывают. Ну 30-ник нормально для мобилки. А на мобильном, короче, показывают 70 или 500, короче. Вот я вчера 500 был. Это до хера уши. Ну да, тут, блядь, просто стены бетонные. Не знаю, это надо, короче, у окна играть, чтобы интернет нормально был мобильный. У нас хоть ДПС не как в прошлый раз, блядь. Мы 12 минут не будем пиздить королей. Ну хуй знает, но уже одного тела нету. ПС этого, блядь. А, странный тип, конечно. Плюсанул на РТ и офнулся. Горячок будем собирать теперь, эту хрень. И пошел. Чтоб сейчас ливнет он. Шляпа, как бы нас случилось, это Кеншера. Слава. А? Что за шляпа, как бы нас случилось? Ой, а я откуда знаю? Я за ним что слежу, что ли? Не, я имею в виду, ты же был у них. Я в гильдии у них не был. Я не в гильдии помогал или что-то такое. Я только в диссе у них был. Ну, ходил он, пару короче, раз. К нам зашел, он зашел к нам в Дискорд и предложил просто совместно поэрели две гильдии, и все. Они не захотели с нами больше ходить, и все. То есть они сами предложили тогда походить вместе? Нет, Войд предложил. Это же Войд предложил, да? Ну да. Ну типа Войд в двух гильдиях было на 8 боссов CLK с пугами. И ну, в одной с пугами, в одной нет. И я предложил на фул. И все, мы стали на фул закрывать. Вместе. Этот... Значит, Эвилаш Лока, как обычно. Я Кроша. Крестики. Я как-то ГМ-ку в свое время как раз с тобой ходил. Один раз прошел. Пугом залетел. Так, Малифицист, ты Луну. Ну, этого петуха слепоглаза. И Рарник, как обычно. Этих двух петухов. Короля и Кеглера. Так, не ставить на этих. Ладно, поставлю. На всякий случай. Не да не надо, я увижу всех. Ну там для рейда, может. Это Малифицист, ты сбиваешь, не забывай там молитву исцеления вот эту. Только этот каст самое главное, чтобы он всех пяти мобов не захилил. Все. Пул для танков. Пул для танков. Бить только когда скажу, с пула никто не бьет. Вот даю отчет. 4, 3, 2, 1. Побежали. Так, открылся лок сразу. Ну, напуливайте. Да не, за один раз не убьем. Просто бейте черепок. Главное проклятие кинуть не забудьте. Рад недалеко. Проклятие, кстати, диспельте там, что-то проклятие сильно бьет вас, что ли, не могу понять. Да-да, диспел. У меня ревность сработала, чё? Это хилы. Блять, только не начинайте падать. Рарника не уроните. Уронили рарника. Минус 300. Так. Ровист и Синтек кого резали? Я резнул Рарника, Рависта. Угу.
Ладно, пускай маг пока полежит. А кто открылся сейчас? Что-то не вижу. А, вон, луна. Мальфициста не уроните, он сейчас сдохнет. Блять, хилы, что с вами? Равист по не люблю, да и Иннер. Вадикон по Эновену. Лок открылся. Давай, Вадикон, резай мага. Маг, быстренько вставай. Давайте Геру фулл ДПС по черепку. Бля, маги тоже, дисперьте маги, маги. Можешь, Рарник, встань как-нибудь, чтобы я мог тебя хилить и мне хил. Дай войско этот самый Вилаша. Акиса, ставь тотем, не люблю гимноману. Там успеваете вроде нормально. Блин, ненавижу Олма. Да. Луну бить. Забери короля. Агро скинь, вас искать. Там, смотрите, Вилаша мальфицист. Если вдруг Рарника превратит в овцу, то забрать надо будет. Треугольник. Синтек закинь, по не люблю, у него маны вообще нет. До тотема далеко еще. Ну, слепоглаза добивайте. Сейчас ману можете порезать. Слепоглаза добьете об короля. Побить автоатакой. Там будет, может, секунд 15 постоять. Ну, что у тебя не люблю? Собака есть? Вызывай собаку там. Я отдавал после смерти. Ну иди автоатакой короля побей. Эйнвен тоже. Че, Джаку вопью. А толку мне короля бить автоатакой, если синей джаги нету. Ну синюю повешайте джагу. Там буребай есть, повешай на короля синюю джагу. Он пропустил, что ли, я так понял. Минуту. Я уже А, я знаю почему. Да, Рарник? Мы же помним, да, почему? Да, потому что он не видит этого. Нужно, после... чтобы на прямой линии обзора находились мобы. Вот если он, к примеру, выбрал треугольник активировать, но он его не увидел, он просто пропустит минуту. Поэтому поставьте этого. Короля поближе, чтобы он видел и того, и того. Крош.
Но оно все равно вроде не дастся тебе, как он называется, лут. Там УД сразу дается. Ну, он типа не как сундук, а с босса выпадает шмот. Дают Т4 за хилю. Опять крош. У тебя ШВ есть, мульфицист? Да, есть. Сейчас у нас следующий, там через 40 секунд. На этот наказ. Забирай, забирай вас. Давай, малефицист, нажимай. И крош опять добиваем. Давай, ревист по не люблю, иннер. Чё там до тотема Акиса? Готов. Ну, давай, ставь тотем, бисер на ману. Приведи сюда короля. Ну, я думаю, отвести короля надо, потому что он дает вскипание крови. Если милик не отбежит, его шотнет. Вот, да, примерно здесь. Нормально. Тут надо всего 10-15 метров отбежать, вот так примерно. Вот примерно как звездочка показывает. Не зыбку. Так, что это там? Мощь чары. Это что, собак вызовет, что ли? Не, овцы. Че, его мельником можно бить? Да. А он тут крутится? Нет.
На милике отходите. Это он захиливаться будет. Ну кто там, я не знаю, в принципе, ровист, бей. И история бей, и все. Истерия, если есть, там дай по кому-то из них. Я по хистории уже давал. Ну, вот по ровисту лучше. Ну, исцеляется он больше, чем ему наносит урона, явно. Да не, не может быть. Опять обновил. Опять тот же баф. ХП-то у него опускается, видишь, 41%, 40%. Ну, я думаю, что он достаточно медленно. Ну, 6 рублей с одного человека, ну, так, на скидку не думаясь особо. Как-то этот маловато. Не лишний считается. Чё-то с маной совсем хуёво. Ревиз, давай я понелюблю опять Инер. Не надо. Ну, значит, по бисеру. Да мне тоже не надо, мне так собак. Ну, значит, по Эновену. Ой, мне не надо, у меня свои есть. Ебать. Сейчас опять. Кому Инер не нужен? Полиморф сейчас будет, да? Угу. Никому я не дам тогда, мой Инер. Все, подбегайте и бейте. Да, конечно, ж у меня отдал, что ты, блядь. Молчи. Когда босс умрет, не лутайте там, вдруг получится Святошу отдать шмот. Я, конечно, не уверен в этом. Просто отойдите от босса, все. Есть еще печенька с первого. Я его обломаю. Тебе ж печенька надо? Или тебе печеньки тоже не нужны? Не, просто после убийства дали. Заходите. Ну, вот Д дается сразу, это значит, что шмот уже не будет считаться, как будто он в бою был. Хотя он в рекаунте есть, если вдруг типа надо будет что-то там, можно через форум это решить. Суицидальники побежали. Как хорошо быть в отпуске. Кто не в диванах, там вздыхайте быстрее. Чтобы мобы это выйдели спиной к ним, там вставайте. Так, сейчас посмотрим, что по пати у нас. Тут даже есть кто руки позакрывает. Так, Вилаша. И... Блять, малефицы заебись дамажит. Кто у нас потоньше? Этот, Сатурмалия, ты шаришь, да, под ебалом стоять? Йо, вот тогда будешь за спиной. Это на подстраховке. Стоит. А что тебе, танк нужен? Ты дерево, этот самый, на стресс я тебя во вторую закинул. Я уже стоял.
Короче, это самое. Первая, вторая пати. Стоим под ебалом. Если вдруг надо будет, там Сатурмалия стоит. Если надо будет под лицо забежать, забежишь. Ну и там, пускай под боссом стоит Вадикон. Ну и там хилы еще стоят. Остальные все маги, Хант, Локи. Закрывать будете руки. У вас там танк и Вилаша будет. Он будет примерно вот откуда мы зашли, где три моба эти стоят. С этой стороны закрывать, от центра до этой хуйни. Ну и две руки на вас останутся. Хилы под боссом там. Ну кто-то может в центре там тусоваться, не знаю. Пускай бисер в центре тусуется, чтобы считывать. Слав, я в тот раз закрывал руки под босса. Меня он шотал два раза. Два закрытия, два шота. Я не выдерживаю даже вот на поле паладине. Ну ты не закрывай руки, ты встань туда, где руки не появляются. Окей, я просто к тому, что пусть кто-то другой закрывает. Ну смотри, я называю, кто стоит под боссом. Это Варса Турмали, Вадикон и этот хилы Акиса, Синтек. Не люблю. Просто раньше такого не было, сейчас уже шоты. Вот, ну ты не заходи. Ты сбрасываешь баблом? Ну я Т4 на себя похуй. Ну и стою там. Ну, раньше стоял, а сейчас все, я не могу так стоять. Ладно, у тебя нет задачи закрывать, твоя задача просто кастовать у танка хилку и все. Окей. Так, ставить вам, где руки появляются метки или не надо? Вот тут появляются. Смотрите, не проебитесь. Вот тут появляются. В центре появляются. Появляются. Вон там. Сейчас, блин, где это, сука? Вот тут с пула могут появиться пару раз. Но когда разольется огонь, их там уже не будет. Вот в треугольнике. На треугольник обратите внимание, три мага. Локи от центра, ну и до кружка играете там. От центра и этот. Короче, когда огонь зальет треугольник, там полкомнаты зальется огнем, маги смотрите в сторону звезды. Центр и звезда. Локи ромбик и кружок. И Вилаша кружок. Вот. Ну, Хант, соответственно, отскок делаешь в ту сторону, если где-то не успевают люди. Смотрите за этой хуйней. Ну, типа, не закройте руки, будет вайп. Вот, я отходил. Чё, печенька на мне? Не знаю. С магикой ещё осталось. Ну, я понял, да. Всё, значит, это самое. Первая, вторая пати стоите под ебалом. Вот здесь вот. В кресте. А Вар из третьей пати тоже бегает? Вар из третьей пати бьет в спину и закрывает под боссом. С историей с вечностью. Он не шарит под ебалом, как стоит. А, ну окей. Побегаешь. Все, чек на пул. Первая, вторая, подходите сюда. Главное, Локи, проверьте, демона спеков у вас нету. Да блин, там сделали, что бесы не умирают. Можно попробовать, демон? Нет, не надо. Давайте. Так в прошлый раз пробовали. Не, в прошлый раз не пробовали. В прошлый раз пекнули. В прошлый раз маги сдохли. Я не знаю, типа, надо удостовериться. Если что, я уже спекнулся в Африке, поэтому демонов тут нету. Все, давайте, даю отчет. В прошлый раз копии умерли. Главное не сдохнуть, не вайпнуться от механики. За ДПСить у нас хватает его. Геру, кстати, забыли.
под боссом. Еще раз под боссом. После этого удара за спину уходите. Все, идите за спину. Так, готовимся. Скоро будет адский. Прохиливать рейд надо будет. Все, прохиливаем рейд, возвращайтесь. Ну вот, никакие маговские копии не сдохли, ничего. Ну, видать, это все-таки Локи виноват. Демона в том рейде не было. Не призывали копии. В том рейде демонов-то не было. Я скакнули сразу же. Ну, значит, это какая-то тайна, покрытая мраком. Теория... Крыша копии были в прошлый раз. Да, теория заговора. Это были копии Икстемпа. Икстемп зашел и вайпнул рейд. Сукин сын. Без урона. Кикнул с гильдии. Да. Был Песса. Он просто вовремя вышел. Куяси. Я капец, я только сейчас понял, что лицо это тоже спина. Я мог постоянно не бегать. Ну вот, не бегай. Ну да, там говорят, что-то поменяли. Классно. Ёбаный рот, как я отлетаю, это пиздец. Второй же раз можно руки закрыть в глыбе, да? Да. Только это хуйня, блять. С боссом, блять, совсем ебанулся. Так, сейчас будет последний удар. Сейчас будет 97 98. После этого удара за спину. Ебать, у нас два упало. Да, этот Сатурмалия подъебала. Подъебала все. Двадцать два, что дохуя. 23. Кто заходил, выйти? Все, выходите. Фулл баф по этим людям. Нет, кто заходил? А навет дай массакру. Кулики. Скоро печка будет нормально. Крестобаф, там крик на хп по себе обновите. Еще ловим. Что-то кто-то сдох там. Да, этот ловим. Дал незыбку вам. Выходим. Все, идите, да, за спину. Короче, бисер, готовься зубы по мне кидать. Акис, оставь тотем, не люблю гимноману. Все, возвращайтесь.
10 лямов должны добить. Бать, вы там прыгаете прям мне в камеру. Адский, нихуя. Я понял, еще адский. Сейчас. А, там пол рейда уже сдохло. Охуенно. Классно, еще адский. Круто. Это походу что там? Руки не закрыли, да? Ну, не знаю. Адский удар нас положу. Ебать. Жестко, нахуй. Там процентов до хера же было. Ну никак. Ну, вставалка есть у кого-то с шаманов, чтобы порезать? Давай, отбегай только. Давай, лока резаем. А вот маги, кто-нибудь из вас нажимал зеркало? Нет, я не нажимал. Да там вроде руки не закрыли. Ну не знаю, ну вот я вот смотрю, типа... Так. Минута прошла до того, ну, после того, как у нас Вадикон на приколе умер. И у нас просто адский удар. Не, в какой-то момент вся Мелизона просто умерла в один момент, и все. Details посмотри, Сванам свой. Ну вот я смотрю. От адского удара умер Святос, два отца, топорарник. Вот вопрос человек. Не в том, от чего они умерли, а в том, почему был адский удар. Адский удар может быть по нескольким причинам. Первое, босс накопил 100 ярости и сам по себе начал его кастовать. И вторая причина, это не стояло 10 человек под лицом. И когда стоит, допустим, 9 человек, и он дает ошеломляющий, он сразу накапливает сотку и дает адский. Вот две причины. Не уходите за спину вообще, не бегайте. А я предлагал, давай постою. Было бы по 11 стаков. Ну, я сейчас не видел, было там 9 или нет после коста. Ну, по-моему, еще я до коста было. До вставайте, коста было 10. Мы суманем. Дальше я не смотрел. Все. А есть Дживс? Дживс есть у кого-то? Так вот, рыба на шипе стоит. Точнее, в воздухе. Воздушная рыба. Ебать, летающая рыба. Угу. Шипы какие-то не острые. Зато никто не сядет. Квадратами. Тик на суман. Ансен пришел, суман? Что-то Ван Цента нету. Ван Цент. Куда-то отошел 40-летний мужик. А куда сейчас десятки актуальные, кроме ТТГ? Целка еще десятка гер нормальная. Ее чтобы пронести. Да. Карагер. То, что я не люблю. Ну это а не сейчас. Мне не нравится. Это мы закончим рейд. Можно будет обсудить насчет этого всего. Есть Дживс аккаунт? Вон он стоит. Два Дживса. И рыба. Давайте принимайте, подходим. Крестик первая, вторая. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
Гера не будем, а вот уже все лишь. Ну там после того, как он этот ловит огонь, вот этот 40 ярости, у него там увеличенный урон там на 15 секунд или на 10. Какая-то опаленная шкура там. Только я в бафах ее никогда не видел на нем. Уходите за спину. Синтек, не понимаю, зачем ты лишние стаки ловишь здесь. Вообще не могу понять. Он же больше урона по нам будет наносить. Ну вот последние недели три ходим. Я всегда вставал перед боссом. Ну, и больше урона получил. Спокойно убивали. Ну, типа после 35 стаков идет адский всегда. Нет. Видишь ярость у босса? 2 из 100, видишь? Я вижу. Ну, как, да не да, ты. Да, да. Ну вот, когда сотка будет, значит будет адский. Не, я имею в виду понять, сотка, когда она... Какие у нее критерии, цикл какой, когда она появляется. Вот смотри, босс копит каждые 5 секунд по одной ярости. Это раз. Второе, когда огонь над боссом, вот этот горит, видишь? Он ловит баф. Этот баф скидывает стаки все, которые увеличивают дамаг. Вот сейчас он закончится, стаки скинутся. И прибавляет ему 40 ярости. Увидел? Дальше так, он... на баф висит еще? Бафа нету уже. Стаков нету. Вот смотри, стаки видишь? Вместо 10... А, вот 10. Так, там, по-моему, у него было 25-35, 4 человека сдохло. Как дела там у вас? Нормально? Адский, адский, адский. Я понял. Ну, в звезде, кроме меня, мага, никто руки не закрывает. Я через бок 2 закрыл. Все понятно. Три а мага. Киса стоит, хилит. Три мага не хотят закрывать руки, я понял. Бисер, отойди. Этим... Диван по хилу дайте. По хилу обязательно. По бисеру он, если успеете. Да он, блин, далеко. Снимает, ходи. Резаемся. Лока резь, главное. Круто. Наверное, задавать вопросы нельзя во время рейда, да? Нет, надо просто руки во время рейда закрывать. И тогда нормально будет. Я ж не думал, что, блядь, рейды нужно распределять на руки, блядь. Я уже распределил на руки. А, ты еще распределил, а не вообще похуй. Тут от ромбика до звезды 3 мага смотрели. Вместо 3 смотрел 1. Не от ромбика, а от... Вообще ты искал на трусах, смотрите трусы. Все, мы на трусах как бы. Ну, наверное, вы услышали, смотрите трусы, потом пошли в туалет. Еще раз повторю. На трусы смотрите до тех пор, пока там не разольется огонь. Когда там разольется огонь, там уже рук не будет. Нахуя на них смотреть, если там лужа огня лежит весь бой? Там это один-два раза... Кроме магов нет никого, да? Я так понимаю. Ну вот, Локи смотрят от ромбика до кружка. Под боссом смотрят Варса, Турмалия, Вадикон и три хила. Химиса. Еще есть Хант у вас, который в центре стоит. Если маги не успеют, Хант прыгает. Если видит. Если он смотрит вообще. Да, в шкаф Химиса. Ну типа вас там, ну толпа целая. 10 человек заняты под боссом. Мы ловим этот удар. Чтобы он на 10 человек шел, не на 9. Из тела вставайте, чтобы быстрее было. Кто не будет вас всех резать. Мы сумоним, так что вставайте. Резать долго будет. А шкафы уже стоят. Не тыкайте на сумон. Это в ваших же интересах это все закрыть. Ну, я еще раз повторю, может кто-то не слышал. Здесь не ДПСик ваш важен, а закрыть руки. Если вы закроете руки, мы убьем босса сразу с первого трая. Если будете смотреть на ДПСик и хуй ложить на руки, то мы тут будем сидеть 2 часа. Вместо собаки мы нихуя не потраим просто. Поэтому прекращайте заниматься хуйней,
закрывайте руки и потом уже бейте босса. Это не такой так контент. У РДДшников там же вообще все просто. Там эти элемовские руки вылазят. И все, просто в них подбежать и встать нужно, правильно? То есть, там не как у медиков, там, блядь, как у гориллы бегаешь и убегаешь, там, блядь, вперед-назад. Просто встал и подбежал. Ранник, принимай сумму. В чем проблема тогда? Ну, просто засмотрелись на цифры, наверное. Не знаю. Да я хуй знает, у меня твинк есть хант. Я вообще не знаю, за РДД там, блядь, какие сложности игры. Поставил рыбу, ешьте. Другого не понимаю, если ты не успеваешь руки закрыть, почему ты сказать не можешь об этом? Да, типа, вот я, допустим, трусы сказал, ну, блядь, никому ничего не говорил, закрыл два раза трусы. Окей. Ну, кстати, да, если, Макс, не можешь, блядь, то да, можете правильно. Рот открыть сказать, блядь. Нажмите трусы. Кнопку, скажите, что, блядь, пацаны, там. Закройте, и все. Пошли первая, вторая пати. Нихуя сложного в боссе нету, просто выполнить механику, которую требуется. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Финансовый магист, нужно две кнопки нажимать и рацию. Не забивай ритм. После этого удара уходите за спину. Уходите. Рано. Крылья рано. Обратно. Не успели. В смысле не успели? Не успели. Не говори, если не знаешь. Это был адский удар. Вы должны стоять под ошеломляющий. У ошеломляющего каст 5 секунд, вот он. Адский удар, ловлю я один. Он 40 тысяч урона наносит. И на весь рейд вешает дотку огненную. Лучше не говори, ничего. Забагался, да? Видели? Урона не было. Да он уже не первый раз так он заебал. Я зря щиты вешаю. И по-моему стаков тоже не повешал. Круто. Первый раз заметил такой баг.
Так, 97. Уходите уже за спину в пизду. Даже зубы по мне. Так, сейчас будет адский. Все, возвращайтесь. Я понял, руки не закрыли, да? Круто. Весело. После этого резайте там кого это самое. Вот на приколе. Это кто Вадикон резнул. А надо было Синтека, конечно, резнуть. Сейчас после этого ошеломляющий Синтека резнешь, Равист. Резай Синтека. После следующего. Блять, ну столько времени проебать. После этого Равист выбегаешь, резаешь Синтека. Иди и резай быстрее. И возвращайся. Инера по себе. Акиса ставь тотем, не люблю гимномана. Некого резать. Сейчас погоди пока. Лок и не варь. Лока резай. Что делаем? Пока стоим. Еще один удар. 98 будет где-то. 97. Все, после этого убегайте за спину. Идите за спину. Возвращайтесь под ебало, быстрее, быстрее, быстрее. Сотка. Дал Т4, отвернул. Снова под ебало, возвращаемся. Два тела сдох, по два тела под ебало, подойдите. 7 лямов у босса. Любой, любой. Вот сейчас должно 10 тел. 45. Все, стаки скинулись. Должны добить, я думаю. Главное, руки там... А, я понял, не надо руки закрывать, да? Я вам говорил про руки. Я закрыл, у меня 2 секунды, не успел спасть дебаф. Адский удар. Понятно, блядь, все ясно, нахуй. Лям с половиной, пробуйте. Адский удар. И адский не видите. Все ясно, блядь, все понятно. Сука, вот как с вами нахуй? Я вообще просто, я не понимаю нахуй. Просто за руку надо, наверное, водить, встать и водить за руку. Вот, как бегать. Эвилаша, ты затанчишь босса? Поставь просто какого-то милика, спек него в танка, пусть он руки бегает, закрывает. Ну это пиздец вообще. Конечно, блядь. Там у вас один милик стоит, остается две руки закрыть. Вы не можете их закрыть. 3 трая, 4 трая подряд. Там еще милик стоит с ними? Там и Вилаша, блядь, стоит с ними. Я просто охуеваю. Ну, значит, вам это не надо, блядь. Ну. Еще по трамгрула и разойдемся, нахуй, конечно. Вы такие интересные, блядь. Че там есть кто резнуть? Хил какой-то. Друиды побежали. А, нормально. Еще раз объясню, блядь. Руки надо закрыть. Хорошо. Забиваю дебаф хрупкость. Себе вуду. Так, Эвилаша, будешь танчить босса. Вы умрете. Вроде как хрупкость. Да.
губ, кость. Давайте сумоним. Так, Кавилаша, идешь танчить вместо меня. Так, кого еще оттуда убрать? Сатурмалия, идешь под ебало бегать. Малефицис идет руки закрывать. Дайте Джифс, пожалуйста. Так, кто еще там? Ладно, так пока попробуем. РДД теперь на вас одна рука будет. Мы с Кавилашей будем от ромбика до кружка стоять. Вот. Ну, учитывайте, что у меня вот блинка нету, к примеру. Мне если быстрее будет добежать до кружка, я там закрою. На вас две руки оставшиеся остаются. Малефициста хотя бы есть вмешательство. Быстро переместиться до кого-нибудь. И спекайся в Малефицист в танк, Т4 одень. Будет хоть сейф на рейд. Если что. Так. Чинитесь там. Не танчил бы босса тогда просто. Сейчас просто еще вероятность, что если Лаша не танчил, разум еще лайпнется из-за того, что он его обжечь неправильно. Блять, короче. Ладно. И Вилаша с малефицистом бегаешь. Малефицист полностью озвучиваешь руки. Справа, слева, называешь метку. Блять. Не ебланьте, блять. Ну чё за хуйня, нахуй? Сейчас рыбу поставлю. Вот в воздухе стоит. Так, Кавилаша, ты руки бегаешь, закрываешь, я танчу босса также. Рарник. И на стресс. Сатурмалия, ты тут? Ты теперь под ебалом стоишь. Понял? Сатурнелия. Сатурнелия. Вот, не забывай. На стресс. Тут. Читаю. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Он опять один надамажил. Что на нем? Нихуя не понял. Ну а Шалмляющ был, не надамажил вроде, или нет? Может щиты закрыли. Ну первый там стаков нету. Физ урон меньше. Сейчас руки будут. Пант уже закрывал маги там под боссом, который закроете. Да, кто с дебафом, не закрываем второй раз. Есть другие люди. Вот Акиса не закрывает второй раз, Вадикон тоже. Руки это печать или хлопок, чтобы если что озвучить. Так, я озвучу. Там озвучить. А сейчас руки вылезут опять. Я в приближке закрою, под боссом закройте, но там делать. Без дебафа 3 мага и 2 лока вижу. Не дай бог, на вас дебафа не будет весь бой. Мы съебались, да? Да-да, уходите. Два яйца. Кто под лицом? Уйди отсюда. Два яйца.
Сейчас руки будут. Два яйца, блять. Возвращайтесь, подъебал. Два носка, два соска двоится. Руки в мелизоне не закрыли. В мелизоне, да. Не, мне кажется, посередине, по-моему, не закрыли. Нет, в мелизоне. А киса вставалка есть? Руки нет, нету. 5 секунд. Сейчас руки будут опять. Так. А БР еще КД у нас. Смотрите, победит. В мелизоне руку закройте, посередине я в кубушке скоро. Синтека кису будешь резать. Водикон есть БР. У меня скоро откатится. Руки опять же, 5 секунд готовьтесь. Я поменьше руки не могу. Две в конце, одна под боссом. Мазер. Водикон рез я не люблю. Там рез я манусь и собаку вызываю. Сейчас руки будут. Одна пациент, вот рядом с боссом одну закройте. Все, уходите за спину, тут один словлю. Так, готовь бисер зубы, папа. Бисер давай зубы. Садский еще будет, секунду. Все, теперь возвращаемся. Бисер на хп, читай. Сейчас руки будут. Синтека кису. Так, руки, одна в мелизоне, одна вот сейчас. Резнула кису синтек? Да, да, да. Ну, и инр там. Тотем сразу ставь, я киса. Бисер на ману. Сейчас руки будут. На Фоксе. Так, кровист. После следующего. После следующего. После следующего ошеломляющего кровист, иди резать Ванцента. После этого. И потом возвращайся. Все, иди резай. И возвращайся. Сейчас огня нету, могут быть руки справа. То есть там, где огонь разбивается. Вот центр, вставай. Руки через 2 секунды. Вот одна вдали. Что-то ванцента нету, что ли? Одна под боссом. Да, ванцент мертв. Хуёво. Ай, да. Все, уходите за спину, следующий сам ставлю. Все, он встал. Угу. Фулл баф, помогу. Сейчас будут руки. Так, готовимся захиливать. Внимательно. Сейчас будут адские еще. Две дальние закрою, одну по центру закройте кто-нибудь. Возвращайтесь под ебало. Не надо с вами центр закрывать. Сейчас бесполезно, кто не сделал, блядь. Два танка в конце закрывает, нахуя ты через весь бой дебаф полутал. Ты сам сказал, для дальних закрой. Сейчас будут руки. Руки под боссом. Под боссом дверь. Закрою, закрою. Я закрыл. Не люблю, давай гимн на ману. Сейчас руки вылезут. Я по центру закрою, под боссом одну закрою.
этим занять. Поздно, ты говоришь, поздно. Все, добиваем. Сейчас будут руки. Ну, короче, когда мама-папа анонсят, то все хорошо. Ну да. Ну, блядь, типа... Как вы бы, уж сами определитесь, кто мама, блядь. Кто папа, конечно, но... Все хорошо. Когда ну, я одно знаю, что ты дед, блядь. Блядь, ну по фактам. Синтек, сынок, нахуй. А чё я дед-то, блядь? Синтек, ты вообще чё здесь сидишь? Вот поэтому. А? Сидишь тут с дядьками взрослыми. Не портуйтесь там никуда, если вам лут нужен. Сейчас тут раздам. У меня в сумке все шмотки. Что ты проверил почту? Нихуя не проверял это самое... Кстати, насчет этого. Ну поставьте ящик. Че, кто-то скидывал, да. Что? Да, я косарик скинул. Где ящик? Не вижу. Есть у кого-то ящик почтовый? Кембицына здесь никому не нужна. Так, поехали, короче, по шмоту. С первого босса. Это надо кому-то? Вот ящик стоит. Я бы взял на трансмод. Не надо. Так. Ебать. Синтек, Викторка, Святос, История. И ДКшник. Только его сейчас в рейде нету. Кстати, у меня тоже Адон слетел. А чё История, чё? Это кто это внес свой вклад? А, да? Это он. Так, Синтек. Викторка. Так. И Святос, да? А они любящие ты не пришли? Не знаю, сейчас гляну. Вот там перчи никому не нужны. Сейчас погодите, Акиса. Сейчас, подожди секунду, тут, блядь, это, Киса. Еще раз почтовый ящик сейчас обновлю. Так, История, Малефицист, Косарь. А, не люблю щиты, да, просто тут свиток интеллекта, не люблю щиты, Малефицист еще. Ну, я не знаю, возможно, я тупой, но почта не отправляет одни деньги. А, ты когда в тему должен написать хоть что-то. А, ну, я отправил свиток. На интеллект. А ты нам тоже так делаешь всем, если что? История один раз тебе начинал? Так этого Войда забанят теперь. Сейчас, секунду. Все, так, никого не забыл? Там еще где-то мой лук. Там, когда-нибудь придет. Так. Вижу только Химеса, вот это вижу. Да, он сам. Это, наверное, как-то хуй знает. В общем, это в РТ, во время РТ не надо делать. Согласен. Нихуя тут сопротов. Так, ну если кто-то еще хочет, ебаните в обмен, пока я тут. Все, я с почты забрал, все. Там на Толгороде сколько, 4 дурачка всех бьют. Ну у тебя-то хоть в огороде. На Толгороде, блядь. Так, на Приколе. В Толгороде это хоть у тебя, а у меня-то вообще в Расколотых островах аж встречают. На Приколе и Бисе. Смотрите, чтобы два раза не накинул кому-то, то, блядь, столько людей одновременно. На Приколе и Бисер накинул. Пошли сумонить их. Викторка, ты... Я тебе уже накинул. А, завела шо? Ебать, хотел наебать. Слушай, меня. По-моему, что-то, блядь... Снипы не то. Чё не то? Ну, у меня я на Вена больше всех ИП. У тебя даже нет. Меньше. А.
Ну. В общем, срез не сделали. Вы потому что. Нет, срез был. Вы потому что косарь положили, а я не ложил. Вот поэтому у вас меньше. Ага. Типа, если я косарь положу. Вот, допустим, смотри, я косарь ложу. Вклад, косарь. Ну, в принципе. Ну, а удобно, да? Да пиздец. Опа, отпикнешь. Все, в пизду. Это самое. Поехали. Руки никому не надо на распыл. Не надо стоять. Не, бисер, по-моему. Бисер. 10%, да? Сколько там? Не-не-не, это на трансмут, если за него можно. Давай, забирай. А можно как-то, я не знаю, у меня просто аддон слетел, я не вижу ценник. Ценник... Я забыл, сколько там, 100 ГП за 260-й шмот. Ну, либо 50%, либо 100%, либо 10%. То есть... Стоп, плевать, я хочу ее взять. Медальон надо кому-то? Давайте уже. Да-да-да, не люблю щиты. Но я просто не могу, у меня аддон слетел, сори. А, да я вон в чат плюсую. Это. 5, секундочку. За сколько процентов забираешь? За сотку. Сотку, да. Бери за 10. Да ладно, я не знаю. Нахуй я холику это, блядь? А хуй знает. Пусть будет. Потестить, наверное. Ну, киси да. Вахуй, наверное. Не, а сколько частей Швальда триггерит? А киси надо это вообще, нет? Вот посох рольте, у кого бичевские посоха там какие-нибудь. Ну, прям для бомжей, для каких-то. Тоже на распыл, да? Тыкни. У меня и ПГП не показывается. Я бы за 10% забрал. Я говорю, я с сумки это линкую, я же в сумку все ложил. Печать с первого босса. Просто роль. Просто кидайте ролл, я по ИП посмотрю, кто выше. Так. Рарника киса, малефицист, не кидают, ровист, не кидает, топа, не кидает, вансент, кидает. Так, печеньки не... там или нет? Да, печенька. Вансент. Правильно я понял? Вансент отдавать. Так, на тебе обмен. Так, печать с первого босса. Дальше. А, вот эти обоссанные наручи надо кому-то. Шапку с РПом. Не знаю, Хан, тебе надо такое? Посмотри. Ну или на Энха. Я распылю, в принципе. Плащ кому-то надо. Так, наручи тоже на распыл. За 10. Холика это плащ. Ну, для коллекции давай бесплатно. Это хуйня бесполезная. Все равно там 4 одевают. Так, плащ тоже никому не надо. Или надо? Меч кому-то надо, скорость, меткость. Локи, маги там хуй знает. Это параша 260. Вот эта параша надо кому-то. Ткань, скорость, меткость, голова. Тебе что на транс? Какую шмотку? И вот эта кольчуга критхаст. Хорошая, кстати. Капал или Эршам, если у вас 270-х нету. Хотя сейчас 270-е, наверное, у всех есть. Тоже на распыл. Поехали, две печати. За 10 возьму. Давай. А у тебя какие одетые? 245-е. А, ну вот, заебись. Так, две печати осталось. Так, с королей. Так, авансенту я не накинул ГП за первую печать, да? Да. Так, теперь накинул. Бисер, проебайный стресс 20, синтек 20 СК. Так, выше синтека никого нет. Синтек. История топора, вист, ральник, мальфицист не кидал никто, да? Угу. Так, синтек получается, правильно? Синтек. Да. Как неудобно без аддона смотреть эту хуйню, сука. В таблице. А нельзя ее запустить через аддон еще-то? А хуй знает. Вроде можно. Я 3 недели подряд токен. Да, как сделать, да, Вадикон, ничего страшного. Последняя печать.
Ну давай кину ролл, вдруг заберу. Вот кто-то выше меня будет. Так, выше меня. Вилаша, Вихторка, История, Вадикон, Топора, Вист, Мальфициста, Киса, Рарник. Никто из них не кидал? Нет. Угу. Получается, забираю, да? Так, 200 ГП. Тут ИП халявных и печенька, нормально. Вообще наглый, да? Да пиздец. Что, можете разравить? Завтра смотрим, может, гильдии нету. Фул, да. Так, кто-то там уходит. Вадикон писал, уходит. Блять. Что у нас там по времени? 2 часа есть. Пошли попробуем в тюрьму. Может, что-то подойдет еще. Можешь ЕП за то-то, за ГМ-ку дать нам всем. Да, пока. Кстати, в натуре. А кто с рейда ливнул? Сейчас я портанусь.